Измените свой образ жизни, и результат не заставит себя долго ждать. Вот несколько простых советов, которые помогут вам оставаться в форме. Ходите пешком так часто, как это возможно. Прогуливайтесь до офиса и обратно, пройдитесь до магазина. Это увеличит вашу физическую силу и сохранит здоровье. Слушайте музыку во время прогулки. Забудьте про лифт и поднимайтесь по лестнице. Это хороший способ поддерживать тело в тонусе. Ходите как можно быстрее. Это сократит время вашего путешествия, повысит выносливость и поможет сжечь лишний жир. Добавьте в свой рацион авокадо. Этот фрукт содержит большое количество полезных жиров. Вместо масла также используйте авокадо. Ешьте фрукты, а не конфеты. В состав конфет входит кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы. Фрукты же богаты натуральными сахарами, клетчаткой и витаминами. Учитесь готовить вкусную и здоровую пищу. Наслаждайтесь этим творческим процессом. Ешьте черный хлеб. Он полезен для пищеварения. Готовьте сытный завтрак, например, большую миску каши с бананом. Пейте воду. Обильное питье благоприятно влияет на состояние вашей кожи, волос и ногтей. Держите бутылку с водой под рукой в любое время. Во время чистки зубов встаньте на одну ногу и постарайтесь сохранить равновесие. Это так похоже на йогу, не правда ли? Медитируйте, чтобы обрести спокойствие и избавиться от усталости. Выключайте мобильный телефон во время сна. Больше читайте. Это не только хорошее развлечение, но и способ расширить свой кругозор, снизить уровень тревожности. Читайте, пока вы едете в поезде или на автобусе. Не забывайте пользоваться увлажняющим кремом, чтобы ваша кожа всегда оставалась упругой и блестящей. Практикуйте самомассаж. Это улучшит кровообращение и поможет поддерживать тело в тонусе. Ложитесь и вставайте рано. Держите свой дом и свое рабочее место в чистоте. Эти простые советы помогут вам улучшить свое самочувствие и позволят сохранить здоровье на долгие годы.